Вот сейчас идет. Всем привет из города Саратова, ДЦ Биозан. Здесь у нас девочки Тамара, Галина Николаевна. Сегодня я хочу рассказать вам о ферментах. Сейчас у нас начался период, когда мы начали очищение, да? Период очищения, он очень важен. Приглашаем вас всех на марафоны «Наше очищение». Что зачем пить, мы там говорим. Но самое главное, мы говорим, что необходимо избавиться от определенных сахаров, сладостей. Но если у вас есть тяга к сладкому, настоятельно рекомендую вам пропивать ферменты, наши пищевые ферменты Биозан, потому что это проверило, какая бы ни была у вас тяга к сладкому, начинаете употреблять пищевые ферменты на фоне антипаразитарной нашей волшебной программы. Вот не тянет на сладкое, девочки убедились. Идем в тот же кафе-ресторан, но вот не тянет, как раньше, на эти пирожные, на эти торты. Нету такой тяги. Вот, поэтому настоятельно рекомендую ферменты. В чем прелесть ферментов именно Биозан? Они снимают любые воспалительные процессы в организме, помогают в процессе пищеварения. Вы по-другому начнете себя ощущать. Поэтому всем рекомендую пищевые ферменты от компании Биозан. Будьте здоровы, приглашаем на марафон и очищение. Детям можно? Конечно, я же вчера говорю, у нас даже в двухнедельном возрасте врачи давали ферменты, брали, они сладенькие, и вот в кашку или в молочку вот так расщепляют пополам или там даже в четвертинку. Детям замечательно. Вот. Кишечник начнет у них работать великолепно.